Всем привет! Привет! На канале Кулинарная семья. И сегодня мы готовим радужную форель. Да, мы сегодня запекаем в духовке вот такую рыбку. Это форель. Она вот такая вот радужная, очень красивая. Запекаем мы очень просто, минимум ингредиентов, быстро, но очень вкусно. Вот у нас вот такая рыбка. Ее нужно обязательно почистить от чешуи, промыть хорошо, удалить жабры, промокнуть бумажным полотенцем. У нас уже все готово. Рыбка для запекания и маринада. Так, форель, вот икра, которая была в этой рыбке, мы ее потом обязательно засолим и покажем в следующем видео, как засаливать вот такую икру форели. Следующее нам понадобится 2 зубчика чеснока, 1 лимон, укроп, оливковое масло, винный уксус и смесь перцев. В общем, все элементарно просто. Нужно что нам? Рыбка у нас достаточно крупная. Мы сделаем вот такие вот насечки по всей длине с обеих сторон. Ну, где-то 4 насечки достаточно. И на другой стороне. Срезаем плавники. Сейчас нам нужно для рыбки приготовить маринад. Сейчас Сашенька в чашечку положит чайную ложку, такая вот с горкой, соли, а я нарежу кружочками чеснок. Вот такими кружочками нарезаю чеснок. 2 зубчиков нам достаточно. Кто любит побольше чесночка, можно зубчика 4. Где-то пол чайной ложки смеси перцев. Где-то пол чайной ложечки винного уксуса. Он придаст рыбке такой аромат. Ай, вкусненький. И пару столовых ложек оливкового масла. И последнее. Нарезаем лимон. Да, нарезаем несколько кружочков лимона, мы будем его закладывать в брюшко рыбки. Теперь всю эту смесь нужно перенести на рыбку, обмазать ее внутри и с обеих сторон. Давай, поехали. Промазываем надрезы, внутри надрезов, которые мы сделали. Также внутри брюшка все промазываем хорошо. И с другой стороны. Теперь в брюшко мы закладываем чеснок. Посыпаем. И лимончик. Да, еще. И вот, чеснок. Да, сверху мы не поливаем лимоном, мы его закладываем в пузико и чесночок. И все эти ароматы пропитают всю нашу рыбку. И сверху перекладываем укроп. Можно целую веточку положить, можно вот так порезать. Ну что, отправляем в духовку запекаться на 30-35 минут. Разогреваем духовку предварительно на 200 градусов и убираем рыбку. Наша рыбка приготовилась, вот такая вот она красивая получилась, подрумянилась. Она нереально была сочная, с нее сок прям стекал. Она очень ароматная. В общем, рецепт просто супер. Готовится 35 минут, ингредиентов вообще минимум. Просто замариновали, обмазали ее внутрь, положили всякой вкуснятины и запекли. Что, Настюша? Попробуем? Попробуем. Такую вкуснятину нельзя не попробовать. Посмотри, какая она сочная. А почему ее были косточки превратились коричневыми? Ну-ка. Это мякушка, здесь нет косточек. Вкусно. Вкусно? Очень вкусно. Просто нереально вкусно. Ничего лишнего не нужно. Вот правда. Внутрь лимончик, чесночок, маслица, оливковым соль, перец.
Я помидорчик. И получается нереально вкусная рыбка. Просто обалденно. Можно с картошечкой запечь. Можно с овощами. Очень вкусно. Я еще поем. В общем, всем желаю приятного аппетита. Готовьте скорее же вместе с нами. Ставьте лайки. Кому понравился рецепт. И вкусная рыбка. Угу. Сочная. Подписывайтесь на наш канал. Делитесь своими рецептами. Сочная. Супер. Ставьте лайки. Всем пока-пока. Пока. Вкусновато, но маловато.